Всем добрый день. Значит, теперь я покажу то, что получилось за сезон. Значит, как чувствуют себя отводки, которые никуда не ездили, ели сахарок и местный подсолнух. Вот. Натащили некоторые отводки очень хорошо. Я вот один вскрою. Вот. Не знаю сейчас, что в нем. Ну, заодно и сам посмотрю, что там делается, как бы. Вот. Ну, заодно и все увидят, что там. Надеюсь, камера. Камера покажет нам, что там делается. Осталось вот это выставить. Так. Угу. Так. Вот такие вот дела. Угу. Так. Ладно. Поехали. Заглянем, что сделается здесь. Так. Я повторюсь, я через дня 4-3 закончу всех их прокармливать. Вот. Разложу рейки и все. Так, ну и что здесь есть? Значит, сейчас еще камеру не сдвинуть. Достанем одну крайнюю лощинку. Вот, как вы знаете, я забивал все лощиной. Вот. Значит, вот здесь получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, одна была рамка с расплодом. Вот пять рам они потянули. Залили все. Как вот семья развивается в природе, сколько нужно было места, столько они его и потянули. Заложили, ну, корма я тут скажу, хорошие. Вот. Просто запечатанный расплод. Ага. Яйца есть. А вот и засев есть. Вот я покажу. Личинки их видно хорошо на солнышке, но не камера их покажет. Ну, в общем, что тут получается. Вот это достанем, посмотрим, что на ней. Три рамки. Так, так. Три рамки. Так, ну а та медовая, залитая просто. Ну, рамки такие, килограмма по два, наверное, 2,5. Вот. Так что. Ну, вот разведенческая часть. Ну, как повезет. Если подсолнух что-то посадили здесь, они хорошо его подтащат. Если пчелка подойдет. Если нет, то будут кушать сахар. Значит, в чем суть? Значит, я сейчас скажу так. На чистом сахаре, если постоянно кормить, не будет природного взятка какого-то,
пасека сойдет на нет. Вот, если кто-то скажет, что вот я тут кормлю чистым сахаром, и они живут и развиваются, да, они развиваются, но есть такой эффект на чистом сахаре, пасека начнет сходить, выдыхать, поэтому какой-то природный взяток периодически он должен возникать. Вот. Ну вот смотрите, вот крайняя вот она пустая. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять рамок я достал, вам показал. Вот, вот шестая там так. Ну а это вот пустая совсем. Вот, вот такой вот объем. Соответственно, ну все, можно все это дело закрывать. Холсты у меня классные. Вот, вентиляция будет лучше. Ну, соответственно, видно, тряпка неудачная, и они их погрызли. Ну, я их не меняю. Короче, так они у меня и стоят. Вот. Все это подкрышник сюда. Вот. Всем удачи. До новых встреч.